Привет, воронежцы. Решил вот съездить на открытие моста, виадука на девятке, но что-то я его тут не вижу. Нового моста абсолютно. Лежат вот новые пролеты на старом полотне. Мост еще не разобран. Вот вдали там еще есть за новой опаловкой. Вот там еще есть у нас старый пролет. Короче, не разобрали и не успеют. И, как говорят нам, коронавирус тут сыграл свою роль. Коронавирус здесь не сыграл ни абсолютно ничего. Если разобраться, то с конца марта до 7 апреля строители не работали, то есть у нас перерыв получается вынужденный в неделю. А отставание здесь, как мы видим, даже половины, по-моему, не сделано. Вот мне интересно, зачем мэр нас обманывал и успеют ли они сделать это к октябрю. Потому что, судя по всему, и судя по графику работ, здесь уже полностью должно быть новый мост с пролетами. Уже все эти работы, которые сейчас ведутся, закончены. Вот такие вот хроники, на самом деле, как они есть. И что-то это не радует абсолютно. Уже, получается, почти 7 месяцев мост перекрыт, все в пробках стоят. А моста до сих пор нет. Вот как-то так.